Завершающий этап гоночного сезона Sable Race состоялся 19 августа. Кросс-кантри сезон подошел к концу, но настоящие велосипедисты будут катать еще до морозов. Трассу к третьему этапу подготовили еще тщательнее, и это оценили участники гонки. Я тренируюсь мало, и для меня она очень сложная. Но то, что это идеальное сочетание и техники, и подъемов на выносливость, и спусков, и каких-то трамплинов, что там, и степ-дропы, степ-апы. Очень крутая разнообразная трасса. Мне очень нравится. Я знаю, что я три круга не проеду, я все в нору приезжаю, чтобы прокатиться. Трасса к этой гонке немного изменила вид карусель. Вот, там контры внизу немножечко изменились. Вот. Ну и в целом, как бы, трасса очень такая техничная. Вот, еще стоит отметить, что сегодня довольно-таки жарко. Вот, тоже было непросто, но вроде справился. По итогу награждали победителей как этой гонки, так и всего за счет трех гонок. На третий этап собралось около 90 спортсменов из Москвы и области. В этом году велосипедная кросс-кантри гонка Sable Race получила президентский грант. Федерация велосипедного спорта городского округа Пушкинский признана победителем по итогам 2022 года. Благодаря гранту заезд стали бесплатными. Всем велосипедистам давали специальный чип, который измерял время участников. На следующий год гонку тоже планируют проводить. Анастасия Спирина, Яков Глейзер, новости Большого округа.